Автор Назгуль Уалиева. Категория образования. Автору блога – министру образования и науки Республики Казахстан Сагадиеву. Уважаемый Ерлан Кенжегалиевич, меня интересует вопрос назначения зарплаты школьным учителям. Почему оклад специалиста-магистранта равнозначен окладу учителя, получившего образование по бакалавриату? К примеру, зарплата окончившего вуз специалиста выше, чем у получившего знания в колледже. Уважаемая Назгуль, в соответствии с пункта 6 статьи 52 Закона Республики Казахстан об образовании педагогическим работникам государственных организаций образования по основному месту работы устанавливается доплата при наличии соответствующего диплома. За степень доктора философии и доктора по профилю в размере одной месячной минимальной зарплаты, за степень кандидата наук в размере одной месячной минимальной зарплаты, за степень доктора наук в размере двух месячных минимальных заработных плат. Однако учителям с магистерской степенью дополнительная оплата не предусмотрена. При назначении заработной платы учителям учитываются следующие. Первое – это стаж работы учителя. Второе – это уровень образования, то есть это высшее или среднеспециальное. Третье – это нагрузка учителя, доплата за квалификационную категорию. При наличии сертификата о прохождении трехуровневых курсов соответствующая доплата и другие доплаты и надбавки.